900 тысяч требовал 29-летнего жителя Кустаная вымогатель. Об этом сам пострадавший рассказал оперативникам после поступления заявления в полицию о преступлении. Как выяснили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, до этого в течение полугода кустанаец передал человеку, который угрожал ему физической расправой, 17 миллионов тенге. Полицейские возбудили уголовное дело по статье вымогательства в особо крупном размере и установили личность подозреваемого. Он также является жителем города Кустаная в таком же возрасте, 29 лет. Были проведены следственные мероприятия, оперативные мероприятия. Человек был задержан. В настоящее время содержится в следственном изоляторе под арестом. Задерживали подозреваемого с поличным, то есть при передаче денег, сотрудники полицейского подразделения спецназа. Выяснилось, что ранее он был судим за грабеж, но в данный момент судимость у него уже погашена. Мужчина нигде не работал, у него были изъяты наркотики и оружие. Пистолет оказался газовым, но потерпевший этого не знал. Он воспринял это как боевое оружие, и страх, он демонстрировал это оружие и при первом, когда первый раз его начал вымогать. То есть потерпевший знал, что может применить данное оружие. После задержания провели освидетельствование. По экспертизе в крови показалось, что употребляет каннабиоидные. Вымогатель по данной полиции заявлял потерпевшему, что его не накажут, даже если он выстрелит свою жертву. Якобы у него есть связи среди влиятельных людей. Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, в том числе и к подобным. Валерий Тощев, Виталий Луговской, РТН.